Друзья, всем привет! Посетила мне идея смотаться по грибы. Тут недалеко Прилеснянское лесничество. В общем, поеду я сейчас, съезжу на ненадолго. То, что получится, сниму, обязательно вам покажу. А вот смотрите, какие красивые. Вот еще. Ляпота. Вечерком пожарим обязательно. Вот еще. Какие красавцы. Новенькие. Блестящие. Переносим нашу камеру. Вот. Целое семейство вкусных грибов. Класс. Вот. Маленький пригорок. Думал поднять его, посмотреть. Поднял, а там вот такая штука. Ляпота. Свеженькие. Вкусные. Молодые маслята. А вот какая семейка маслят. Свеженькие. Пахнут обалдеть. Сейчас мы их чик. И ведро. Вот тоже красотень какая. Ну, не знаю. Трогать, не трогать, они маленькие слишком. Пусть растут, кому-то достанутся. Друзья, вот этот шикарный лес, где мы собирали грибочки. Это прелестное, Прилеснянское лесничество. Вот, сейчас покажу результат нашего труда. Вот, ни много, ни мало. Какой-то клоп там еще. Или муха. В общем, вот столько мы собирала. Я насобирал грибов. Ведерко такое, 10-литровое. Сейчас поедем чистить и жарить. Всем пока.